Всем привет, ребятки, и извините, что меня очень, что я не это видео не снял еще давно, ведь смотрите. Ну, анимация доктора Хака вышла, она еще и, блин, 4 часа назад, но извините, ребятки, был занят делами срочными, такими, которые 4 часа длились, можно сказать так. В общем, ладно, будем уже смотреть новую анимацию от доктора Хака. Мистер Ми 2 против Мороженщика 6. Смешная анимация, часть 212. Друзья, срочно, если вы не хотите пропускать новые серии, или вдруг случится так, что я не смогу загружать видео на YouTube. Так. На чем это сейчас летает, интересно, отец Джея? Это называется Грапак. Какой Грапак, блин? Уже, блин, путаю название, я уже не помню, как вот эта ракетница, хотя вряд ли, такая штукенция называется. Срочно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в... Сейчас грохнется. В описании. Ну да, идеально влетел в окно открытое. Что-то я ей не верю, мне кажется, она врет. Но я говорю правду, я не вру вам. Джей, я думаю, что она говорит правду, какой смысл ей нам врать? А я так не думаю. И скорее всего она врет. Нет, ну ты посмотри на нее, да она же вылетая маньячка. Признавайся давай, рот твой отец. Да, Джей, конечно, сейчас не верит, что именно РБК... что она именно хорошая, думает, что она плохая. Но как бы они сейчас находятся в такой опасности, что Ребекка это дочь мистера Мита, и они в полной жопе, если мистер Мит... Хотя... если узнает, что ее кто-то забрал из гаража. Хотя он вообще знает, что она была в гараже. Ну, сейчас мы... узнаем, ли рот это, блин, посадил ее. Закрыл ее там. Либо мистер Мит. Сейчас мы узнаем, ребятки. Ну все, прекрати, ты же пугаешь ее. Она же сказала, что говорит правду. Почему ты ей не веришь? Ну посуди сам. Мы пошли туда в надежде что-либо найти. В итоге я увидел маску рода в одном из боксов. Потом ты нашел эту девчонку, которую запер отец. И поэтому я думаю, что ее отец это рот. Вот дурак. Ты достал уже. Сколько можно уже повторять, что я не знаю никакого рода? Мой отец мистер Мир, и это он запер меня, чтобы я снова не сбежала. О, видите, ребятки, все же это мистер Мир. Ее закрыл там, не знаю из-за чего, но, видимо, он иногда ее навещает уже. Навсегда же ее там оставляет. Ведь ему она, блин, всегда нужна. Будет всей нужна. Так что... вы, ребятки, то, что вы ее там забрали, Майки Джей, Ребекку, то вы находитесь в такой жопе, что мистер... потому что мистер Мит, ну, вообще... ну, то есть, с катушек слетел, так что он будет... найдет ее и прибьет всех просто, ну, вас. Так что нужно как-то пытаться победить мистера Мита, чтоб тот не трогал именно дочь. Ну, вот так... лучше делать. Стоп, что? Ты сказала, что твой отец мистер Мит? Да. Ты его знаешь? Джей, кажется, мы с тобой реально в полной заднице. Ну так-то да. Да, приехал сюда, сейчас будет недоволен и будет сейчас заниматься поисками Ребекки. Какого черта? Этого не может быть. Она снова сбежала. Ну ничего. Где бы ты ни находилась, я всегда смогу найти тебя. И я сделаю с тобой то, что планировал уже много лет. Так и скажи, что ты хочешь с ней сделать свинью и потом заниматься опытами.
Ну реально, ребятки, как бы мы это знаем и так. Так что вот так. Так что ее нужно спасать от мистера Мита. Ну и вообще его победить. Ну и Рода также тоже надо бы. Босс Рода, точнее, на заметку тоже. Ну ладно, мы будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.